Здравствуйте, ребята! Послушайте загадку и скажите, о каком времени года идет речь? Я соткана из зноя, несу тепло с собою, я реки согреваю, купайтесь, приглашаю, и любите за это вы все меня, я? Правильно, ребята, конечно, это лето. Мы сегодня поиграем и вспомним, какое бывает лето. Первая игра называется «Когда это бывает?». Посмотрите на картинку и назовите зиму, весну, осень и лето. Назовите их признаки. В следующей игре давайте найдем отличия времен года. Как оденется Оля на прогулку летом? Проверим себя. Все мы летом любим играть и заниматься спортом. Какие предметы пригодятся Мише летом? Проверим себя. Летом очень много красивых бабочек. Найдите крыло бабочки. Себя. Попробуй найти тень бабочки. Вы справились. До свидания, до новых встреч.